Проект WorldSkills позволяет студентам не только проверить свои профессиональные навыки, но и сделать уверенный шаг в будущее. В этом году региональный чемпионат собрал учеников 30 колледжей разных направлений. Здесь были парни и девушки, которые готовят сложные блюда, пекут торты и другие кондитерские изделия, умеют шить одежду, национальные костюмы, работают на строительных объектах и в сервисных центрах. Будут соревноваться именно по направлениям, которые они сейчас обучаются. Это прикладные направления, которые вносят реальный вклад в реальный сектор экономики. После этого студенты будут определяться, и финалисты будут принимать участие на республиканском уровне. Также осенью планируется проведение международного чемпионата во Франции, в городе Лион. Также здесь привлекаются эксперты из числа работодателей, также из числа педагогов таких же колледжей. Первый день трехдневного чемпионата стал неким знакомством участников с концепцией программы. Многие уже привыкли к оживленной обстановке и сосредоточились на своем деле. Сегодня мы пришли на мероприятие WorldSkills. Я участвую в компетенции рецепшионист, отельное дело. На таком мероприятии я впервые и очень рада, что я сюда попала. Очень волнительно, но я надеюсь на первое место. Мы должны будем встречать гостя, провожать его, заселять в отель, выселять с отеля. Ну, самое главное, это хорошо встретить гостя и хорошо провожить, да. Данный конкурс отберет лучших, кто потом поедет на чемпионат WorldSkills в столицу, а уже в Астане будет отбор, который покажет, кто отправится представлять нашу страну на европейский чемпионат. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».